Кормушка 1,6 литра Дудника. Габаритные размеры 20, по ширине 23,5, высота 6 сантиметров. Кормушка состоит из крышки для залива сиропа с отверстием и двух стекол, из трех стекол. Принцип действия. Через эти отверстия пчела попадает в кормушку. Эти стекла не до конца прилегают, неплотно прилегают к дну кормушки. За счет этого сироп попадает в секцию для кормления пчелы. Вот. Еще очень удобно заливать слейки сироп в заливную горловину. Соответственно, через эти решетки сироп попадает в кормушку. Накрывается стекло. У кормушки есть внизу ножки, что позволяет удобно разместить ее сверху рамы.